Шестая международная научно-методическая конференция «Актуальные проблемы современной лингвистики и гуманитарных наук» ежегодно привлекает внимание огромного числа ученых-лингвистов со всего мира. Цель неизменна – обратить внимание на животрепещущие проблемы современности в контексте изучения и преподавания языков, поддерживать и развивать перспективные направления современной лингвистики и гуманитарных наук. В современном мире с новейшими технологиями появляется прекрасная возможность для общения и взаимопонимания. И я думаю, что как никогда в мире языки, знание языков, обучение иностранным языкам – это очень нужно для понимания других ценностей, для понимание других точек зрения. На конференции обсуждались такие насущные вопросы, как проблемы общего и частного языкознания, проблемы межкультурной коммуникации и перевода, лингвометодические проблемы преподавания иностранных языков, пути и тенденции развития высшего образования, мультикультурный мир и толерантность. Конференция, о роли языков, о роли педагогических компонентов в обучении языкам, они нам позволяют понимать, что наш мир – это прежде всего сфера коммуникации, это сфера культуры. Конференция этого года объединила ученых и специалистов-практиков, которые занимаются вопросами лингвистики, культурологии и истории из Аргентины, Боливии, Италии, Канады, Колумбии, Панамы, России, Туниса, Уругвая, Франции, Венесуэлы и многих других стран. Такое мультикультурное общение, диалог цивилизаций, обмен опытом и знаниями, несомненно, приведет к новым блестящим результатам исследований. Екатерина Гульбина, новости ТВ РУДН.